Shit. Hit that bass with a big bang, get my free image. Oi, cool. I'll fuck with you guys. Combustível legal. Você sabia que tem gente fraudando combustíveis por aí? Para tratar de um problema grave como esse, existe uma agência responsável. Okay, we're stopping. Okay, stop. Call 9. Ой-ой-ой. Долбоёб, блядь. Вот мудак, блядь. Долбоёб, блядь! Ой! Мужика-то чуть нахуй не задавил, ёпта. Пиздец, вот. Тихо, 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 на этот, на регистратор, блядь. Угу. Ну, ебана. Вот на Хонде хули, долбоёб.
Мужик, ты не прав! Ты не прав! Записывай, 419 НСС. У меня записано. No emergency, it's supposed to be two lanes, so you they move. Oh damn. Oh, God. Нормальный ход событий. Ну я всё равно в трак не звонил. О, ёпту, блядь, мотоциклиста сбил, блядь. Да вон, дебил, мент. Ты куда смотришь-то, ёб твою мать, блядь. Мент, блядь. Необычный всплеск от 13. По загартийскому гороскопу 21 марта 2017 года начался новый цикл русской политической истории. Первые признаки этого были события 26 марта. Российский 25 тысяч примерно человек вышел в Москве на несанкционированное мероприятие. А потом чемпионом России по футболу стал Спартак.